Всем привет! Наконец-то долгожданный наш первый КОП. Сегодня испытаем металлодетектор МД-4030 в действии на природе. Включаем аппаратик. Что это такое может быть? Ну, это что-то цветное, потому что окислившись. Какой-то расплавленный то ли свинец, то ли хрен его знает, что это. Я пришел в лес, здесь есть такая старая дорожка. Попробую поискать здесь что-нибудь. Может, что-нибудь и найду. О, ребятки, моя первая монетка. Отлично. Первая монетка, и что это у нас? Это у нас 1 лат. Оба-на, монетка. Что это у нас? 2 сантима. Сейчас скажу, какого года. 1930 года. Опа! Так, что у нас тут интересного? Итак, ребятки, нашел интересный артефакт. Значок 50 лет заводу ВЭФ. Ой, красиво! 19-1969. Вот такой зачетный значочек. Ребятки, сегодняшние находочки. 15 сантим, 1 копейка СССР, жетон ЛАД целиком и значок ВЭФ 50 лет. Все, что удалось сегодня откопать в корнях. Опаньки! Первый монетосик! Опа! 5 евроцентов. Так, ребятки. Что-то я нашел. По-видимому, колечко. Первое серебришко. Вот такое вот колечко. Серебряное. Ой, красиво! 925 пробы. Всем привет, ребята. Сегодня очередной мегакоп. Опять пляж. На сей раз городской пляж. Так, у нас тут 10 евроцентов. Отличный результат уже. Так, у нас тут еще 10 евроцентиков. Так, у нас тут хорошая монета. 50 евроцентов. Опа! Один евроцент. Так, что у нас тут еще?
10 евро центиков. Евроцент. Так, бухарский динарий. Так, 1 евроцент. Так, 2 евроцента. Десять евроцентов. Так, еще 1 евроцент. Еще 1 евроцент. Ребятки, 5 евроцентов. Вот что значит турники, ребята. Так. Современными ходячками 2 евро 40 евроцентов. 15 копеек 80-го года бывшие Советы СССР и 4 сантима бывшие ходячки Латвийской Республики. Всем привет, ребятки! Наконец привезли мне долгожданную посылочку. Эх, как я рад. Пришел аппаратик. Minilab Equinox 600.